Быть женщиной – это прекрасная миссия. Однако быть женщиной не так легко. Нас подстерегает много возрастных изменений в организме, которые приводят к плачевным последствиям. К примеру, недержание мочи по статистике встречается у 30-40% взрослого населения страны. А дискомфорт при недержании мочи не передать словами. Постоянный страх, что произойдет отток мочи во время чихания, кашля, поднятия тяжести и даже смехи, не дает нам полноценно наслаждаться жизнью. Также женщин часто предостерегают такие проблемы, как выпадение и опущение женских половых органов. Это заболевание – одно из наиболее распространенных среди болезней женской половой сферы. Опущение половых органов заставляет нас отказываться от интимной жизни в силу болезненных ощущений. Также стоит упомянуть о геморрое. Это частое явление у рожавших женщин. Только мало кто устранял эту проблему до конца. Почти у каждой третьей женщины в возрасте 50 лет диагностируется данная проблема в запущенной форме. Яркая интимная жизнь – это один из подарков жизни, насладиться которым может каждая женщина, если бы не одно «но». В среднем, одна женщина из трех не испытывает оргазма в первый год брака. И всего 30% регулярно достигает оргазма в процессе одного полового контакта. Это может быть связано с неопытностью половых партнеров, психологическими факторами, такими как боязнь неудовлетворения партнера, боязнь беременности, послеродовым периодом, физиологическими особенностями женского таза. А как известно, сексуальная удовлетворенность – это залог крепких и счастливых отношений. Все эти проблемы вызывают неуверенность, чувство вины, ощущение несостоятельности себя как женщины. Вкупе все три компонента восстановительной гимнастики дают отличный результат. Вы забываете о проблемах недержания, опущения и геморроя уже через 1-2 месяца занятий. Хочешь проверить, как это работает? Запишись на бесплатную тренировку. Оставь свой номер телефона в форме справа, и наш менеджер запишет вас на ближайшее время. Всем привет! Меня зовут Рахат Кенжбек. Я являюсь основателем школы женской восстановительной интимной гимнастики Jade Gift, которая работает по моей авторской методике. Миссия нашей школы – это забота о репродуктивном здоровье мужчины и женщины. Если ты смотришь это видео, тебя интересует покупка франшизы нашей школы. Мы являемся лидерами на рынке СНГ. Ежемесячно мы обслуживаем более 50 новых клиентов со всего мира, помогая им сохранять уверенность, здоровье и гармонию в отношениях. При этом жизненный цикл клиента в среднем составляет 6 месяцев. Мы не стремимся продавать франшизу школы Jade Gift абсолютно всем. Нам важно, чтобы потенциальный собственник разделял наши ценности, а именно заботу о здоровье пар и сохранение семейных ценностей, ведь это основа здорового общества. Кроме того, нам очень важно, чтобы будущий собственник школы очень хорошо зарабатывал. Мы отталкиваемся от чистой прибыли, которая в среднем составляет 300 тысяч рублей ежемесячно. Инвестиции на открытие минимальны, окупаемость франшизы от 3 до 6 месяцев, что является отличными показателями при таких минимальных затратах. Если вы из числа наших будущих единомышленников, оставляйте заявки на сайте, и я лично познакомлюсь с вами, отвечу на все интересующие вопросы, и, возможно, совсем скоро вы станете частью нашей большой дружной семьи школы Jade Gift. Спасибо.